Всем привет, выехал сегодня поработать, так сказать. Вот здесь какие-то брючки, но брючки такие неинтересные оказались. Ну, женские какие-то. Так, тут что-то. А, ну здесь еще пачка чая была, какая-то наволочка. И смотрите, вот такая вот жилеточка еще попалась. Какая-то шерстяная, эмочка. Вот, Wildberries. Ну вот тут как бы написано натуральная шерсть, состав. Жилет Кристина. Ну, в общем, как бы я это возьму, потому что видно новенький как бы в упаковочке. Сейчас вот доехал до просрочки. Ну, в общем, смотрите, тут попалось очень много. Творожку взял, но это я не себе взял. Тут три творога или там четвертый где-то еще. Сметанки там две, мясо, фарш. Ну, в общем, тут сосисек целая куча. А, яйца. Ну, яйца, кстати, которые я в тот раз взял, они оказались почему-то плохие. Ну, в общем, дома это все посмотрим. Так, по мелочи что-то взял тут. Приехал сейчас к себе домой, на съемную квартиру, ну, продукты завести, потому что с этой сумкой не потащишь. Смотрите, здесь у нас в подъезде кто-то наушнички повесил, соневские. Ну, как бы можно взять на проверочку. Ну, заберем, проверим дома сейчас. Заехал я быстренько домой, давайте быстренько по продуктам глянем. Вот такая кучка лучка была найдена. Потом абсолютно свежая морковка. Ну, лучок, кстати, тоже, как видно, свеженький. Вот упаковка морковки. А, яйца, два десятка. Ну, здесь видно, вот одно разбито. Потом где-то вот здесь вот сбоку заглянул, вот еще одно, немножко с трещиной. Ну, эти яйца уже у нас посвежее, чем те. Эти у нас 11.07. Ну, я думаю, они еще нормальные. Далее вот такой вот творожок, красная цена, две упаковочки купат, вот одна, вторая, сосиски, красная цена, ну они как бы дешевенькие, но я думаю собаке пойдет, у меня их тут сколько, 3, 4, 5, 7 упаковочек. Потом вот такой творожок, три штучки взял, творог классический, он у нас до 6.08, сегодня у нас еще 5 число даже. О, он еще даже свеженький. А, далее, молочко одно прихватил. Вот еще один такой био-йогурт Activia. Ну, вот я недавно такой находил уже, выпил. Очень даже вкусный. А, здесь у нас кусочек мяса, шницель свиной. Ну, это я сегодня на ужин себе сделаю. И немного фаршика. А, вот еще. Ну, здесь вот даже не написано, что это, но, судя по всему, это у нас сметана, две упаковочки. Так, ну, по продуктам все пока. Ну, сейчас вот еще поеду, может, что еще попадется. Кто тут про Собакина спрашивает, вот он ходит. Ну, как бы у нас вон на улице, видите, жара какая. На улице сейчас 30 с чем-то градусов. Он тоже не знает, куда ему деться. Он ходит тут, бедолага. Ну, сейчас под кровать, наверное, залезет. Чего? Жарко? Темный. Толстый. Я тебе сосисочек сегодня набрал целую кучу. Да, вечером покушаешь, да. С утра я ему картошечку с курицей дал. Он наелся. Сам поел, ему приготовил. Ну, сегодня я буду на ужин себе мясо жарить. А ему сосисек дам. О, смотрите. Ну, как ты там? О, его там не видно, как он там. Ну ладно, пускай валяется. Бедолага. Выехал по второму разу. Здесь вот тарелочки. Ну, они вот битые все, рулевские какие-то. Что у нас тут, смотрите. Здесь у нас зелень, зелень. Зелень. В общем, одна зелень. Вон помидоры. Вот здесь вот куча кабачков лежит. Ну, кабачки мне, честно говоря, пока не нужны. И сейчас вот здесь вот женщина сейчас стояла, перебирала тут. Вот что-то набрала себе тут. Ну, это что у нас? Хотя вот свети, вот, они абсолютно вот есть свеженькие прям. Их надо только перебирать. Ну, я не знаю, я даже... Вот еще тут ящик. Помидорка. Ну, помидорка уже гнилая. А эти, да, вот. Ну, я не буду сейчас перебирать. Так бы я взял себе, ну, оставлю. Вот от мусорки отъехал, там где продукты выкидывают. Вот доехал до следующей мусорки. И смотрите, здесь у нас целая куча вот огурцов.
Вот. Больше опять кабачки, петечки. Что-то из фруктов тут есть. Так. О, смотрите, салат упаковками прям. Раз салат. Два салат. Ну вот это уже вскрыт. Так, вот сейчас я самокат чуть отодвину. Так, ну здесь. Ну здесь у нас куча носков. Да мне просто интересно, что здесь. Я просто не знаю. Обычно все время продукты в ту мусорку выкидывают. Она где-то там вдалеке находится. А тут что-то решили все сюда выгрузить. Ну, вот, смотрите, сколько огурцов здесь. Ну, вот мясо, судя по всему, уже давно пропавшее. Ну, хотя это мясо какое-то, может, и шашлык. Не знаю, сейчас попробую понюхать, нормально тогда заберу. Так, вот это у нас... Короче, даже непонятно, что это. Короче, тоже какой-то салат. Так, о, морковочка. Тоже салат, морковь по-корейски. Ну, мы брать это не будем. Вот, тут у нас даже агушка, смотрите, присутствует. Опять кабачки, агушка. Ну, больше я тут ничего не наблюдаю. Вон агушки, как видно, много. Не, ну мясо я даже брать не буду. Даже нюхать можно не стоит. Оно видно, что пропавшее. Поедем дальше. А, был небольшой выброс продуктов. Ну, я взял себе упаковочку оптимальки здесь. А, красную рыбу себе взял. И две вот такие вот рыбки какие-то. Да я, не, я просто на видео снимаю. Тут скумбрия и еще скумбрия. Там вот у нас... Не, да хлеб вон лежит там. Там есть. Здесь у нас целая куча огурцов тут. Хлеб еще есть. Вон, смотрите тут. О. Да, вон еще хлеб есть, еще. Ну, я как бы сюда в контейнер залез, там, что мне надо, я себе взял. Да не, не за что, не за что. Удачи вам! Ну, это, короче, забираю. Для тех, кто хочет со мной связаться, вот моя главная страничка, это YouTube, да? Ну, как бы вот, мое видео, вы его посмотрели, и вот здесь вот кнопочка видно. Написано еще, нажимаем эту кнопочку. А, магазин от мусорщика ВК. Нажимаем на ссылочку. И вы переходите. Так, вот вы переходите в мой магазин. Вот тут как бы все товары, вот они, пожалуйста. Ну, тут как бы не все, но все равно есть. Так, это выключаем. Далее идем. Вот она еще ссылочка, мои продажи на Авито. Нажимаем на ссылочку. Переходим на Авито. Так, ну это товар, ладно, уже продан, но... И далее вы можете посмотреть, вот нажимаем на сам Николай. И тут вот, пожалуйста, все товары. Листаем, смотрим. Все, всем, кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Ну и обязательно подписываемся. До свидания. Сумок попадается очень много. Они вроде брендовые, да, вот. Но они вот все в таком состоянии. Вот смотрите, вот здесь вот уголок. Вот так вот. Все, остальное, в принципе, нормально, только уголок вот один какой-то. А, вот еще что-то здесь. Ну, сумок очень много попадается. Здесь вот был выброс продуктов, но... Ну, как правило, у нас здесь быстро все разбирают. Здесь вот... Здравствуй, немножко фруктов. Здорово, да я сейчас немножко сниму тут. Да он не едет. О, картофан надо вам. Не надо. Только не надо. Да, вот тебя давно не видел. Да, кстати, привет. Картофан вообще хороший, смотри. Ну, хрена себе хороший. А тем картофаном по голове удачи. Ну, по находкам что-то мало вышло. Ну, вот эта вот куча меди вышла. Ну, пойдет все на разбор, буду разбирать. Ну, кстати, тут должно быть, выйдет нормально. Вот такая вот жилеточка. Ну, кстати, она оказалась абсолютно новой жилеточка. Смотрите, вот даже с бирочкой. Самую дешевую я такую нашел за 2,5. Попробую продать за 1,5. А, ну вот и наушники в подъезде, которые висели, вот такие вот Sony.
оказались полностью рабочие. Ну, возможно, кто-то их там потерял, кто-то повесил, не знаю. Ну, здесь вот только ухи немножко подшаманить надо. А так, как видно, полностью рабочие сонинские наушники. Так, ну, сегодня попробую еще покататься. Здесь вот у нас кучка вещей каких-то накидана. Ну, так, если взглянуть. А, ну вот, в принципе, смотрите, здесь бижутерку можно брать. Вот такие вот птички уже есть. Новая колода карт. Хотя это, я не знаю, что это за карты. Пока оставим. Так. Ну, вот этот косметичек. Ой, бижутерку тоже, в принципе, можно взять. Это у нас какой-то брелочек. Так, сейчас мы это... Как бы все это в бижутерку пойдет. Так, вот еще бижутерка, вот еще. Закук такая вот. Все это заберем сейчас. О, смотрите, какая бижутерка. Тоже брошечка какая-то. Так, ну эту заколку не будем брать. О, бусы. Какие-то камушки. Тоже заберем. Так, ну это совсем детская. Так. Да, короче, сейчас все тут заберу. Перчатки я сейчас пока не одел. Так, невидимки у меня целая куча, не надо. Ну, вот какая-то бижутерка. А тут еще бижутерка. Бижутерка. Так, котейка какая-то, не надо. Вот еще, короче, все какое-то детское. Для бижутерии пойдет. Для тех, кто поделками занимается. Трюселя какие-то. Ну, по вещам я, как вы знаете, я не разбираюсь, поэтому вот тут не знаю, что это. Карты тоже оставляем. Так, о, не знаю, кто это. Стройка тут. Так, ну все, больше тут ничего нету. Остальное тут, судя по всему, перекопали уже давно. Ну да. Ну тут вот сумочка какая-то. О, убитый уже рюкзачок. Все, тогда едем дальше. DVD-шничек попался. BBK. Ну, такой, в принципе, можно взять. Рублей за 300-400, возможно, уйдет. Но, видите, даже флешку здесь вставлять можно. Такие, в принципе, нормально. Здесь еще пульт Sony какой-то. Ну, тоже, в принципе, возьму. Ой, чуть самокат не упал. Уезжает куда-то. Здесь вот у нас что-то из продуктов. Ну, смотрите, вот такая вот рыба замороженная. Ну, правда, здесь вот срок годности 15 месяцев. И она у нас... 25.04. Ну, как бы она уже все. Ну, в принципе, можно взять попробовать. Если она в морозилке лежала, ей ничего не будет. Так, вот это вот какая-то малютка, смесь детская молочная. Ну, ее точно брать не буду. Так, здесь целая куча риса рассыпана. Так, ну яйца. Яйца я точно не буду, наверное, вот эти брать. 13.06 они. Ой. Так, яйца оставим. Что у нас еще есть? Это пусто. А, так. Так, ну сосисочки, в принципе. Смотрите, они тоже мороженые, сосиски. Вот одна сосиска. Так, тут две сосиски. Вон тут сосиски. Все как бы мороженое. О, еще даже сардельки есть. Ну, эти какие-то уже... Хотя, может, и не подуставшие. Не знаю. Так, а там, не знаю. Нет, там уже одни банки. Хотя вот здесь тут немножко кофе. Чай. Вон там зеленый еще чай. Сейчас быстренько высыплю. Так, ну тут, в принципе, ничего нет. Какие-то чаи. Ну, блин, я даже сосиски, честно сказать, что-то они в плохом состоянии.
брать не буду. А рыбу я что-то вот хочу попробовать взять. Обувку выставили. Ну как же я тут. Ну тут все какое-то подушатанное. Тапочки какие-то. Так, ну здесь тоже. Ну, короче, ничего здесь нет. И по Ютубу, ребят, вот многие спрашивают, да, как бы вот платья сейчас мало, да. Ну, суть не в этом. Как бы вот он канал, он как бы еще и рабочий, пока не отключили. А, кому интересно, вот у меня еще есть Дзен. Уже 5.29 подписчиков, то есть прибавляется. И вчера вот загрузил вот этот, Рутуб. Ну, что-то вот со вчерашнего дня видео ни одно еще не грузится. Не знаю. Ну, на вот эти два канала я оставлю ссылочку под... То есть, вот нажмем под моим видео. Так, сейчас попробуем. Вот мое видео, допустим, да, как оно тут работает. И вот... первым комментарием я оставлю свои ссылочки на Дзен и на вот этот Рутуб. Можете заходить туда и буду выставлять там видео тоже. Здесь вот что-то возле подъезда поставили. Сейчас попробуем быстренько глянуть. Так, какая-то футболочка. Куртец. Ну, кстати, такой куртец мужской, вроде бы и ничего. Что тут еще? Так. А, здесь у нас много этих. Смотрите, соя, пшеница. Ну, кстати, в рюкзаке тоже тут соя лежит. Ну, соя мне как вот. Так, здесь у нас тоже соя. Семена льна. Даже не знаю, что это такое. Тоже вот чего-то соя, там еще какая-то крупа. О, семечки, ладно. О, смотрите, можно их обжарить, тыквенные семечки, да, и сразу есть. Так, ну пшено мне тоже не надо. Вот еще какая-то. Ну, рюкзак я как бы остальное просмотрел, больше ничего нет, только семечки возьму тут. Подъехал к мусорочке, смотрите. Вроде пока все целое вижу. Это у нас офис, смотрите. Яйца, бананы вижу, булочки вижу. И это у нас вот такой здоровый мешок. Так, ну это вот. Так, ну это обычный мусор. В общем, сейчас это вытаскиваю. Перебираю и что надо, себе возьму. Ну, у нас вот, в принципе, опять какая-то перемешка. Ну, как бы, ну смотрите, яйца-то не тронуты. Я сейчас дальше скажу. Они у нас 28.07. О! Кстати, эти яйца абсолютно свеженькие, 28.07. Одна упаковочка. Ну, возможно, чутка битые там. Возможно. Так, это 31.07 вообще. Тоже 31. Так, ну бананы. Бананы, как видно, абсолютно свеженькие. В принципе, тоже. Ну, я не знаю, я их кому-нибудь отдам. Так. Если честно, мне хлеб нужен. Так, вот булочку тоже возьмем. Вот видите, вот все скрыто. И это скрыто. Блинчики вскрыты. Ну, все повскрывали. Так, вот это я не знаю, смотрите, какие-то шоколадки. Что это? Макадамия. Кешью, финики. Ну, вот какие-то шоколадки. Так, вот еще яйца. Ну, яйца я, если возьму, только две упаковочки. Вот две вот прямо здесь положу сейчас. Блин, ну что-то вот, не знаю, как даже здесь копаться. Целого, наверное, здесь уже ничего нету. Вон, видно, все повскрывали. Так, вот сачок целенький. Ну, можно сачок еще взять. Так, ладно, сейчас я здесь покопаюсь, потому что где-то и помидорки здесь еще видел. Маленькие тоже вскрытые, сейчас глянем. Куча всяких вещей накидано. Вот здесь вот видно, стопочки были, смотрите, какие прикольные стопочки такие. Раз, два, три, четыре, пять штучек. Маловато будет.
Так, ну здесь я даже не знаю, что это. Старое это все, не старое. Ну, хотя, в принципе, смотрите, не совсем старое. Ну, я имею в виду недоисторическое. Так, это внизу там, не знаю, скатерть или что. А, ну это, судя по всему, постелька вот здесь. Остатки какие-то. Тапочки. Так, это что у нас? Три кошечки. Джинсы. Клёш, по-моему. А, это юбка. Юбка, да, по-моему. Так, ну это... Ладно, это мне пока не интересно. Вот тут просто целая куча что-то высыпали. Вот здесь вот. Здесь какая-то, смотрите, вот бутылочка интересная. Плюс вот там что-то все засыпали. Вон, рамка латунная, по-моему. Да, рамка латунная какая-то. Проводочки какие-то здесь выглядывают. В общем, сейчас попробуем здесь что-нибудь откопать. Короче, тут что-то по мелочи попалось. Ну, как бы дома посмотрим. Так, ну вот духи какие-то, вот духи. Так, вот это Канди Прада. Но они вот уже пустые. Дольче Габбана, вот такой вот пузырек тоже пустой. Немножко камушков каких-то, вот рамка. Там вроде из открыток что-то. А, вот здесь вот футлярчики тоже там какой-то что-то лежит, пока не знаю чего. Но это у нас концентрированная основа, бальзам, водолей. Ну я фиг его знаю, мне такое не надо. Вот это оставим здесь, уголки оставим. Ну, я эту кучку заберу, дом глянем. Было какое-то радио. Как видно, его полностью разобрали. Ну, возможно, какие-нибудь радиодетали искали. Ну, вот я сейчас смотрю, я здесь абсолютно ничего не вижу. Ну, вот, вот такие вот черненькие тут всякие есть, беленькие там. От... Так, ну, те я не знаю. В общем, как видно, тут ничего хорошего нет. Такой блочок тоже. Тоже видно, без золотых ножек они. Ну, вот эти вот серебрянки обычные. Зеленых каймок нету. Ничего нету. Короче, все это оставляем. Ну, а радио, я даже не знаю, сейчас я вам попробую. Вот, какое-то было тут не русское, что ли. Ладно, поедем дальше. Шутка тут попалась. Ну, кстати, смотри, я здесь уже штукарик нашел. Так, ну здесь какая-то тюль, по-моему, шапочка. Тут все сигареты. Ну, в общем, где-то здесь. А сейчас вот тут какой-то мешок, тут сейчас копаюсь. Вот откуда-то штукарик уже вылетел. В общем, сейчас повнимательнее здесь покопаюсь. Пришел я домой, и как обычно сейчас продукты глянем. Кстати, вот он, мой шарик тут. Да сейчас что-то на улице там гром гремит. Пришел тут, спрятался. Шарик, поздоровайся. Говнюшкин, что тут спрятался-то? Ну да ладно. А, рыбу. Ну, рыбу, как видно, я все-таки взял, она до сих пор замороженная. Ну, я сейчас опять морозилку беру. Сегодня я готовить не буду. Ну, хотя, а может, и сегодня приготовлю. Ну, в общем, пока не знаю. Качанчик капусты. Ну, здесь вот видно, вот чучка я обрежу. Ну, как бы качан вообще хороший. Вот здесь вот шоколадочки попались. Ну, даже не шоколадочки, это орехово-фруктовый батончик. Какой-то, ну, вот такие вот шоколадочки. Ну, помидорок немножко. Одну булочку все-таки взял. Ну, здесь она запечатана, одну взял. Потом, смотрите, попались эти. Точнее, не эти, а это. Клубничка. Ну, там одна протухшая была, я ее выкинул уже. Потом банан. Ну, банан один тоже выкинул. Вот остальные, смотрите, абсолютно в идеальном состоянии. И здесь у нас яйца. Ну, яйца, видно, я опять не донес, наверное. Вот одно уже битое, вот одно тоже там что-то битое. Ну, и здесь такая же ситуация. Вот, вот тут разбито, вот. А, ну, сок, который был, там что-то мужичок подошел, взял себе две вот этих яйца, я ему отдал. Там еще две было. И попросил сок, мне говорит, это, водясик запить. Я говорю, да ладно, возьми. Ну, поделился, короче, с ним. Так, ну по продуктам все пока. Вчерашние находочки не успел показать, но позже покажем. Ну, тут что-то вот уже понаставлено. Так, это у нас тарталетки, творожок 7.08. Ну, я не знаю, творог пластовый какой-то.
Так, два вот снежок питьевой. Вкус. А, это у нас вкус виллы все. 7.08. Кстати, сегодня у нас 7. Вот и две штучки таких вот возьму себе. Вот этих вот. А, ну и эту, в принципе. Молоко топленое. Ну тоже возьму. Ну тут что? А, вишня, какао, опять творожок. Творожок. И это у нас. А, хусмус. Опять хусмус. Не знаю, что такое хусмус. Ну, взять еще какие-то вещички еще. Ну, как бы ничего интересного в них нет. А, здесь вот вижу, два пакета лежит мусорки. Смотрите, вот один, во второй. И здесь одна заморозка. Видно, все заморожено. Вон, котлеты вижу, мороженое, вот масло. Здесь вот еще что-то. Ну, в общем, надо пакеты сейчас. Вон там сосиски уже видно издалека. Клюква, вон. Там что-то еще. Короче, сейчас попробуем достать. Ну, как бы сейчас контейнер переверну, да достану. Сейчас глянем, что там. А здесь вот рядом каких-то вещичек положили. Так, вот какие-то ботиночки тут. Отика. Так, куртенка какая-то или что это? Что-то. И тут вот еще что-то. Ладно, давайте теперь продукты быстренько глянем. Я, кстати, взял там почти не все. Ну, в принципе, я прям здесь вот высплю. Ну, смотрите, сколько блинчиков. Так, ну это вот у нас куриные это. Блинчики с курицей. Блинчики с ветчина сыр. Тоже ветчина сыр. Мороженое. Так, это у нас, судя по всему, рыба, наверное, какая-то. Да, по-моему, рыба. А, две сарделечки, даже три сарделечки. Очень мороженое. Так, это я не знаю, что, что-то из мяса, наверное. О, еще куча сарделек. Так, ну сардельки, ладно, пока в сторону отложу. Я их, скорее всего, заберу собаке. Вот блинчики, нет, блинчики я брать не буду. Вот смотрите, здесь еще блинчики с малиной. Идем далее. Гречка с котлетой. Так, не, это мне не интересно. Вот котлеты домашние какие-то. Сейчас пока отложим. Так, ну здесь, судя по всему, какие-то наггетс. Пельмешки. Ну я, кстати, давно пельмени не ел. Давно, очень давно. 21 года, ну 22, грубо говоря. Ладно, сейчас пока посмотрим. Так, масло сладко-сливочное. Так, масло возьмем. Так, еще гречка с кукурузой. Мороженое. Фарш. Нет, ну фарш я вчера взял, вы видели. Крабовые палочки я возьму. Так, вот еще масло хозяйка. Тоже заберем. Сосиски солнца. Ну, вот эти сосиски тоже, в принципе, можно взять. О, смотрите, сколько мороженое. Мороженое, мороженое. Мороженое. Ну, я его до дома сейчас как бы довести не успею. Так, вот сосиски. Вот эти, кстати, сосиски вкусненькие должны быть. Видно, там один лед сплошной. Ну, сейчас, если это аккуратненько в сумочку загрузить, будет нормально. Так. А, ну это у нас что-то тоже насыпано. Коробочка не от них. Так, ну здесь, судя по всему, какие-то обрезки упаковочки. О, еще маслица вижу. Вот еще маслица сливочная. Маслица сливочная. Так, так. На мороженое. О, еще масло вижу. Еще хозяюшка. О, опять целая куча сала. Здесь. Ну, здесь я не знаю, что. Возможно, тоже сало. Здесь что-то вот лежит. Вот опять какие-то что-то. Вот сало. В принципе, сало, кстати. Смотрите, мясное такое.
Ну, чуток вот так вот, кучку вот эту вот, в принципе, можно взять. А, ну тут, в принципе, тоже вот кучка такая небольшая. Так, ну вот это тоже непонятно что. Ну, в общем, вот это вот сейчас вот аккуратненько возьму в сумочку, да и все. Сейчас вот до просрочки доехал. В том контейнере у нас тоже одни арбузы. Здесь тоже арбузы. Ну, здесь уже, судя по всему, ковыряли. Смотрите. Вон, смотрите, сколько творога. Опять без изюма. Ну, что ж такое, блин. Что ж мне так не видел. А, кстати, я здесь уже красную рыбу какую-то взял сейчас. Так, это у нас рыба-рыба. Ладно, вон, смотрите. Кучка йогуртов. Ну, в принципе, тоже. Да, куча. Возьмем сейчас. Вот такие вот йогурты какие-то. Сам я их есть не буду. Ну, творожок вот две я возьму тут. В принципе, хватит. Хотя, возможно, тут никто не копался. Смотрите, опять 27.07 яйца. Вот опять вот десерт творожный там какой-то. Опять вот яйца. Не знаю, все не все. Так, ну, это мне хватит, это хватит. Вот вчера искал хлеб. У меня вчера был нужен хлеб, я его не нашел. Пришлось покупать. Вот какая-то маленькая мама. Можно взять тоже. Ну, как видно, тортик, но уже мятый весь. Так, ну и все, в принципе, хватит. Чё, хорошего понемногу. Ну, судя по всему, побывают столько одни продукты, не знаю, почему. Так, вот здесь вот еще. Так. Сейчас я вам скажу, вон, смотрите, огурцов. Целая куча. Что там еще? Огурцы, огурцы. Так, вон, опять огурцы, помидорки. Короче, скорее всего, одни огурцы здесь у нас. Здесь вот почему-то... А, ну это у нас тоже... Не помню, какой магазин. Лента, по-моему, да. Но клубника, вот видно, уже вся высыпана. Поэтому нет смысла. Салаты вот так вот в пакетиках у нас. Скорее всего, пропавшие. Ну, на первый взгляд, я здесь вижу только одни салаты. О, сосисочки, смотри. Так, ну эти возьмем. Одни сосиски попались, какие-то булочки, булочки, молоко, молоко, ну и все. Ну там может где-то снизу что-то есть, ну копать не буду, сосиски только заберу. Копался тут в мусорке, оказывается, с магазина тут куда-то все за угол носят. Смотрите, здесь опять вот сметана, сметана, йогурты, йогурт, йогурт. Ну, смотрите, так, сливы, вот смотрите, сливы вообще хорошие, вот эти вот. Так, ну здесь у нас уже кто-то что-то собирает. Так, здесь у нас. Так, ну не знаю, сейчас вот, вот этих есть, что сейчас возьму. Булочки, йогурты, опять вот сливы там черные, сметана, хлеб, грибочки. Шампиньончики. О, смотрите, сколько тут всего. О, целая куча персиков всяких. Ну, перебираю, бери, не хочу перебирать. Ну, кстати, они вон. Смотрите, в принципе, свеженькие. Прямо пакетик вот так вот брать. Здесь, ну, здесь то же самое. Вот он пакет. Тоже пакет. Здорово. Что? Да вот, что-то да, тут понаставили. Что-то там уже внутри, а целая куча огурцов лежит. Здесь у нас целая куча хлеба. Я не знаю, вчера вообще хлеба не было. О, опять эти лежат. Так, ну вот эти пакетики. Пакетики, я не знаю, сейчас попробую взять. А, ну там уже. Здесь вот у нас мешки, не знаю, то ли выброс, то ли нет, возможно. Обычный хлам.
Ну, смотрите, стоит три вот такие вазы. Так, на что-то тут плитка стоит. Да, ну они у нас как бы вот немного со сколами. Вот одна, вторая тоже тут со сколом. И третья тоже. Так, ну здесь я пока не знаю, что. Скорее всего, какая-то стройка. Так, сейчас вазочки в сторону отодвину. Попробуем один мешочек тут подскрыть. Ну, в принципе, да. Хотя тут смотрите, вот. Тут даже непонятно, что это. Тут вот вроде как медяха еще есть. Лампы какие-то. Сейчас вот что-нибудь еще попробуем вскрыть. Да нет. Вроде обычный мусор. Ну, сейчас он тот последний гляну. Ой. Сейчас вот в мешках покурял. Смотрите, набрал кучу меди тут. Ну, тут половина на обжиг. Плюс вот еще вот тунный кран присутствует. Ну, как бы вот такую кучу. Сейчас как-нибудь ее попытаемся забрать. Вчера вот нашел одну тюль. Ну, сегодня на обзоре покажу. И тут, смотрите, вот еще одна лежит. Ну, как бы это я уже брать не буду. Ну, потому что куда их? Не знаю. Ну, хотя, возможно, это даже красивее, чем там. Хотя, не, вот видите, там что-то вот на ней розовое. Возможно, уже она грязная. Ту, которую я нашел, она полностью белая. Ну, сегодня вечером сейчас покажу в обзоре. А, приехал домой. Давайте, как обычно, начнем с продуктов. Да тут что-то продуктов сегодня что-то многовато набралось. Ну, вот такие вот сосисочки. Ну, там уже видно поюзанные. Ну, фиг с ним. Собака поест. Вот одни вот такие вот ядреные копоть. Потом какие-то домашние. 4 пачки масла. Хотя вот кто-то мне подсказал, что это вот уже маргарин. Вот это вот. Ну, я не знаю. Вот хозяюшка, я не знаю, маргарин или что, я не знаю. Вот это вот масло вроде как. Пачку пельменей. Кстати, как я вам сказал, пельмени давно не ел, попробую приготовить. Идем далее. Сало. Вот такое сало. Сейчас позвонил своей мамке. Она говорит, ей немножко привезти сало. Ну, потому что видно, сало очень хорошее. Смотрите, с прослойкой все сало. Так, здесь у нас вот сарделечки какие-то. Ну, это все собаке пойдет. 6 штук йогуртов, но они все вот такие вот, коломенский йогурт. Одну вот такую вот мама-мама взял, это у нас тоже питьевой йогурт. 2 вот таких творожка взял. Крабовое мясо, 2 штучки попалось. Ой, чуть не упало. Котлетки домашние. Ну, кстати, сколько здесь? 2 или 4 штучки, я не знаю. Ну, я не знаю, сколько там. Потом, смотрите, немножко филе, кусочек, слабосоленый, семга. Ну, короче, это семга, красная рыба. Так. Опять лучку себе набрал. Смотрите, лучок абсолютно нормальный. Далее. Это у нас ленты. 3 вот таких сосисочки, сосисендры, яички. Ну, яички, как обычно, как видно, вот одно разбито, потом здесь где-то еще одно. Что-то уже не видно, ну, не знаю, где-то здесь одно еще отбитое было. Так, закрываем. Это у нас снежок питьевой. Я, кстати, не знаю, что за снежок, но потом посмотрим. По вкусу попробуем, что это такое. Ну, тоже вкус вил. Ну, у нас как бы вот вкус вил, вкус вил, вкус вил. Ну, тут что-то еще есть. Потом вот такое молоко топленое. Не знаю, вкусное, невкусное, не знаю. А, здесь вот тоже лента. Ну, здесь у нас персики. Ой, ошибаюсь. Абрикосы.
Ну, здесь вот видно уже, видимо, пока вес половину раздавил. Ну, здесь вот они половина свежие, абсолютно свежие. То есть надо перебирать. Ну, по продуктам все. Вот такую кучу медяхи поднял. Ну, вот здесь еще надо распутывать здесь. Здесь у нас интернетовский, обычный провод еще. Вон обычные провода еще. Потом вот тут, он, я посмотрел, он какой-то толстенький там внутри идет. А, ну и вот, вот такой вот латунный кран попался. Ну и здесь у нас по мелочи. Вот такая вот шапочка белая. Натуральная, кстати. А, ну вот, вот это вот я посмотрел полностью в идеальном состоянии. Тут просто кто-то, наверное, уже успел побегать. Так, как это называется? Ну, короче, тюль. Во. Вот такая вот рамка. Ну, я даже не знаю, что-то здесь, по-моему, не хватает. Ну, можно вот на веревочке вешать, вот как видно, дырочка есть. Хотя тут, по-моему, подставочка должна быть. Это пакет семечек, как я вам показывал. Ну, хочу пожарить, потом поесть. Вот такой вот замочек, мыло для рук. А, вот в этой коробочке то, что было, это вот какие-то вот духи здесь были. Они, кстати, вот как, ими пользоваться как помадой. То есть они вот так вот, видно, выкручиваются. Ну, не знаю, я такие еще не видел. Ну, кстати, вот здесь что-то вот с другой стороны вот есть. Возможно, они как-то заправляются, я не знаю. А, далее, вот это вот. Так, я уже забыл. Так, это у нас гель для лица, по-моему, да. Гель для лица, вот какой-то очищающий. Это вот алоэ вера. Так, что это у нас? Короче, масло какое-то алоэ вера. Вот такая вот зажигалочка попалась. Ну, еще не заправлял, не проверял. А, вот такие вот духи. По-моему, это Клеопатра, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, я в интернете смотрел, но уже забыл. Вот так вот здесь, где-то вот так вот осталось. Ну вот, здесь вот должна надпись. Но что-то надписи здесь я не вижу. Но, возможно, это винтажные какие-то духи. Ну вот, именно вот этот флакон. Поэтому я точно сказать не могу. Вот он такие какие-то духи. Но здесь видно почти целые. О, там еще какой-то шарик, что ли, плавает. Я только сейчас заметил, что там шарик какой-то. А, здесь нету вот крышки основной. То есть вот, так они пшикают, работают, но не знаю, даст вам что-то вот, не даст вот это вот. Вот здесь вот, если гляните, вот, название тут какое-то. Ну, эти я еще духи не смотрел, поэтому не знаю. Удлинитель, ну, удлинитель пойдет на медяху, я их как бы не собираю. Пультик Samsung. Так, это, ну, это у нас BBK. BBK я, кстати, проверил. Оказался рабочий. А, ну, это у нас обычный вакуумный пакет. Так, ну, сейчас бижутерику еще посмотрим. По бижутерии вот такая вот какая-то китайская фигня. Ну, вот видно, вот иероглифы какие-то, вот такая вот штука. Ну, я не знаю, вот вроде цепочка, вроде нет. Ну, короче, куда-то она приспосабливается, эта штука. Ну, возможно, на шею там. Вот это вот тоже непонятно что. Вот такой вот зажимчик какой-то. Откуда такой зажимчик, не знаю. Ну, типа брошки что-то. Вот такая вот. Ну, тут что-то свет плохо падает. Здесь вот какие-то черные камушки. Потом вот такие вот светлые бусы. Камушки тоже какие-то. Ну, здесь что-то вот тоже непонятно. Что-то из детского, наверное. Вот такая вот брошечка какая-то. Так. Всякие такие. Брелочек. Собачка вроде. Вот такая вот. Заколочка. Что-то здесь, 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 здесь. Так, 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 так. Это показал. Вот еще вот синие вот такие вот есть. Вот здесь вот что-то вот. Сердечко вот такое вот. Ну, здесь вот дырочка есть, но больше дырок нет, поэтому не знаю. И здесь вот такие вот высыпать не буду. А, ну, кстати, подождите, что-то, по-моему, еще какие-то бусы были. Не знаю, сейчас попробую найти. А, нет, по-моему, это
По-моему, все. Вот эти, потом эти. Ну, я видел еще какие-то. Так. Ну, скорее всего, я их потерял. Ладно. Ну, в общем, вот эти какие-то темные. Потом глянем.